От кого ты прячешься? Я боюсь серых. Они всюду. Никого не пропускают. Говорят, что это новые солдаты Арканара. Такие люди, как я, им совсем не по вкусу. Почему ты решил, что я возьму тебя под защиту? А вдруг мне самому придет в голову повесить тебя где-нибудь в скалах на арканарской веревке и вниз головой, чтобы дольше мучился? Тогда не стоит идти дальше. Вешайте сразу, господин, если это доставит вам удовольствие.
Ее дочь несколько раз повторила непонятную фразу «клейм кайма», произнесенная на одном из диалектов эльфийского языка. Мы с мужем очень удивились, когда это услышали. Thank you.
Встаньте на левую ногу и закройте правый глаз. Левую руку вытяните вперед и визуализируйте, как потоки черной спиралевидной энергии, грязных, мутных, выходят из ваших пальцев рук и доходят до врага, впиваясь в его тонкое тело. И со всей яростью, которая переполняет вас, гневом, ненавистью, скажите, произнесите эти слова. «Будь проклят ты! Да загнить тебя заживо и кормить тебе червей в гробу!»